точностью до десятых доли миллиметра. Так аккуратно наносит дорожную разметку в Москве новая машина-робот. Аналогов этого аппарата нет даже в Европе. 2 года назад его разрабатывали отечественные и белорусские инженеры. Главный элемент машины – электронный сканер, с помощью которого и достигается практически аптекарская точность. При этом робот делает свое дело быстро, со скоростью 15 км в час. Это очень кстати, поскольку перед дорожниками стоит задача обновить разметку ко Дню Победы. На сегодняшний день по городу должно быть выполнено порядка 1 700 000 м2 разметки. Погода, как вы видите, пока нам помогает. Вся работа должна быть выполнена примерно где-то до 5 мая. Белоснежная краска, которую используют дорожники, тоже сделана по новейшей технологии. Она сохнет за считанные секунды. За ночь уникальный робот может обновить до 10 км разметки.